вопрос, о чем еще хочу сказать. В рамках ремонта дороги и благоустройства, то есть по проекту его нет, но вместе с тем, в том состоянии, в котором он здесь находится, как что временное недострой, что это объект капитального строительства. В рамках суда какое там решение? Сейчас решение назначился собственник, который приобрел это помещение, и он будет приводить это здание. Давайте еще подумаем, в рамках того, что, коль мы говорим о том, что пространства должны быть открыты, да? Я сейчас тоже не готов, все действительно упирается в решение суда. Но, честно говоря, в том, что сейчас это есть здание, но оно не вписывается в наш проект. Вот это что? Мы здесь, значит, что, на торгах не выйдем. Хорошо, значит, в любом случае будет решать суд, но мое мнение, еще раз говорю, коль мы здесь очищаем площадку, надо это все очищать. Потому что другие люди скажут, ну, а мы тогда почему выходим? Мы говорим про благоустройство, соответственно, в рамках законодательства нам надо принять, поэтому мы информацию в понедельник вот, по этому клочку сделаем. И Олег Игоревич, еще раз говорю, в рамках благоустройства вы контролируете дорожные дела и благоустройство. Это речь идет, у нас здесь есть благоустройство в рамках проекта или нет? На этом месте? Да. То есть оно не предусмотрено. То есть у нас не получается так, что мы здесь не благоустраиваем, потому что здесь стоит здание. Нет. Так, ладно, хочу подтвердить руководителя. Так, вопрос к генеральному директору. Чтобы уже точно знать, да? Вот эта вот площадка, она стоит в правилах благоустройства? Либо вы просто здесь не делаете, потому что здесь вам еще ничего нет. Поэтому здесь и не предусматривается. Вместе с тем, кто здесь сейчас работает, я попрошу забор в ужасном состоянии огородить, чтобы не нарушались меры безопасности. Видите, да? Вызывайте, ставьте задачу. Если эти работы идут законно, это что у нас за политика?